С начала года в Центр здоровья Камрадского района уже были обращения жителей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Связано это с употреблением праздничных блюд. В связи с этим врачи предупреждают, что избыток нездоровой пищи, алкогольных напитков и нерегулярное питание приводят к острому панкреатиту и кишечным коликам. Рекомендую всем хотя бы эту неделю до Рождества вспомнить, что идет все-таки пост. Хотя бы немножко ограничить поступление жирного в организм, свинина, утки, гуси, особенно в жареном виде. Ограничить салаты с майонезами, которые очень сказываются негативно на желудочно-кишечном тракте. Уменьшить порции фруктов, на которые мы набросились, ананасы, апельсины. То есть все нужно в меру. Люди говорят, однако, что в последние годы во время праздников они делают упор на здоровую пищу и не переедают. Меньше кушать, в общем. В меру кушать, и все. Вот столько, я знаю, сколько мне положено, столько и не переедаю. Стараюсь не переедать, потому что потом последствия очень плохие. И все. И сначала кушать салат зеленый, как сели за стол. И смотри, там сильно жареное не надо, острое не надо. И все будет хорошо. Пост мы держим. И как обычно у нас есть посты, и очищаем свой организм. По чуть-чуть сначала кушаем, немножко, чтобы плохо не стало. А потом все нормализуется. Во избежание госпитализации в праздничные дни врачи рекомендуют помнить несколько правил. Тем, кто постился, следует постепенно возвращаться к привычному питанию, избегать жирной пищи, соблюдать основные приемы пищи в течение дня и не забывать включать в ежедневный рацион фруктово-овощное меню. Марина Топал, Григорий Ставилов, Алексей Герчук, ГРТ Новости.